Здравствуйте, друзья! Это канал Роза Заноза, и я Светлана. Сегодня хочу поговорить о том, что начинающие розоманы и розоводы совершают ошибки. И я хотела бы рассказать, почему они их совершают, и чтобы вы их за них не ругали. Когда человек заражается розами, давайте буду говорить на своем примере, начинает лихорадочно изучать эту тему, смотреть каналы блогеров, видеть их прекрасные сады, лихорадочно записывать сорта роз, которые он хотел бы у себя посадить. И, собственно говоря, как правило, эта лихорадка к осени заканчивается бурным желанием заказать себе на весну розы. Но мы же начинающие, мы же не знаем системы, как это происходит, что осенью на весну ты уже ничего не закажешь в хороших питомниках. То есть ты можешь заказать только у тех непроверенных питомников, непопулярных, или о которых совсем ничего нету в интернете. Но Россия-матушка богата на мошенников, богата на людей, которые хотят быстренько заработать на чужих хотелках. Поэтому, забивая определенный сорт розы в интернете, вам выдается куча всяких магазинов, интернет-магазинов, где вы можете эту розу купить вообще прям вот, сколько хотите, хоть 100 штук. И, естественно, не возникает даже мысли о том, что это может быть не та роза, это может быть плохой саженец. В итоге весной вы получаете а. кучу мусора, б. кучу пересорта, и в. если вы позитивный человек, вы относитесь к этому нормально, д. я уже, г. то есть я не буду уже говорить. То есть кто-то расстраивается, делает из этого безумную трагедию. Трагедию из этого делать не надо. На самом деле, если вы хотите заказать, то больше изучите информации про те или иные питомники или интернет-магазины. Читайте отзывы в интернете, прежде чем скорее лихорадочно тыкать на кнопку «заказать, купить, оплатить». Самый топ моего... Я попала во все вообще вот эти дебри. Отношусь к этому совершенно философически, но хочу вам сказать о таком вот небольшом топе таких как бы питомников и интернет-магазинов. Кстати, не всегда интернет-магазин виноват, потому что, виноват, конечно, но косвенно, просто не проверил поставщика. Но есть один интернет-магазин, просто звездище просто в мире розоводов, розоманов. Этот интернет-магазин называется «Роза Сад». Без тире, без точек, без каких-либо других букв. Просто «Роза Сад». Эта «Роза Сад» поставляет на просторы России-матушки огромное количество саженцев любого практически интересующего вас сорта, даже самого редкого. В итоге вы получаете мусор, сушеный, совершенно о том, что там развитая корневая, вообще об этом даже речи не идет, это просто мусор. Но мы же больные, мы начинаем это все выхаживать, мы начинаем танцевать танцы с бубнами над ними, мы их выхаживаем. В итоге они вырастают, но зацветают как минимум все красненькие, как максимум тоже, в общем-то, полукрасненькие. Некоторые не получают вообще ничего. Так случилось, что мошенники люди изворотливые, и этот роза-сад, он клонирован. То есть роза-сад, ни один сайт даже, и ни один поставщик. Отправляют, приходят посылки от каких-то неизвестных вообще совершенно компаний. Я думаю, каких-то однодневок. Так вот, роза-сад – это самое жуткое, что может быть, жутчайшее в вашей розоманской начинающей жизни. Если не лень, промотайте видео и найдете страшный сон розовода, распаковку посылки из розы-сад. Вот. То есть это розы-сад. Из 15 саженцев, которые я заказала, 10 красненькие чайно-гибридные розы. Одна роза Хулио Иглесиас, тоже чайно-гибридная, это 11. Три розы какие-то плетушки, плетистые, но явно непонятно еще какие они, до сих пор не цвели. И одна роза выпала. То есть по выпаду вообще огонь. То есть всего одна выпала. Но 14 роз, которые, собственно говоря, мне были не нужны. Вот.
потому что я как художник планировала клумбы, собиралась сделать определенные там цвета, тона, клумбу в холодных тонах, клумбу в теплых тонах и т.д. и т.п. То есть самый топ, который может быть, это роза-сад. Вот, собственно говоря, стоят эти розочки. После долгих и усиленных кормлений, стимулирования и т.д. и т.п. они процвели красными цветочками, и сейчас они вот набирают новую массу. То есть выглядят вполне здоровыми, жирненькими, но все они красненькие. То есть 9 красненьких роз. Так, вот они еще красненькие. Это имеется в виду вот такие, Lady in Red. То есть все розы, 9 штук, 10 красненьких. Ну и вот плетушечки. Это что касается розы сад. Следующий фаворит этого сезона — это не питомник и не конкретный интернет-магазин. Это розы. Розы не из неизвестного места. Я не знаю до сих пор, откуда они. Но у этих роз есть кодовое название — розы в зеленых платьях. Розы эти приходили вот в таких зелененьких пакетах. Кстати, вот эта вот роза, которая называется Summer Lodge, вот она картинка, очень похожа. Значит, ну, мы назвали эти розы в зеленых платьях. Распаковка это тоже есть. Такие розы я заказала в 3 интернет-магазинах. Саженцы Севера, Цветник Поволжье, нет, вру, Сац Иголочки. В общем, в интернет-магазинах у них там есть прямо картинка. Саженцы эти называются саженцы российского производства. Очень классно упакованы. Очень все прям сделано достойно. Такие прям побежки небольшие, толстенькие, залитые в воск. Но что это такое? Вот это фантик. Побеги, залитые в воск, это тоже, по сути дела, фантик. Вы не видите побега, его цвет, его состояние под этим зеленым воском, ярко-зеленым. В итоге что получилось? Когда я раскрыла эти саженцы, корневая система была в тубе завернута, все прям, ну, вообще, ну, просто идеальное качество упаковки, идеальное. Как правило, туба короче, да, короткая достаточно, и корни у роз подгибают, чтобы вы могли их, ну, не испортить, да, эту разветвленную корневую систему, вы могли ее раскрыть, размочить, вымочить, простимулировать и посадить красиво. Здесь никто не стал ничего загибать. Здесь просто рубанули, и так как корень шиповника часто наращивает морковку, толстый корешок, а от него уже идут разветвления, как правило, остались только морковки. Из этих саженцев после всех танцев с бубнами выпало порядка 10 штук. То есть, ну, не пошли они. Ну, морковка не дала тонких всасывающих корешков, и побеги вытянули оставшиеся из этой морковки и, в общем-то, погибли. Некоторые погибли вкупе с плохим корнем и с больными побегами, которые были черные под этим воском. Воск, кстати, был не оторвать. Это вам не от Топаловичей воск сходит хорошо. Значит, розы в зеленых платьях. Розы в зеленых платьях по сорту зацвела только одна роза. Все остальные розы не соответствуют сорту. А их у меня было достаточно много. То есть я была их вынуждена высадить, когда я их все открыла и увидела всю эту корневую, все это безобразие. Я их высадила в грядку, лишив, так сказать, свою семью некоторых овощных культур. И вот в этой грядке они у меня развивались. Кто-то, вот пустые места вы видите, выпали. Кто-то все-таки с помощью стимуляторов и других препаратов все-таки пошел расти. Вот. Но, опять же таки, я заказывала розу Минерву, получила розу Мисти Баблс. Я заказывала розу... Сейчас мы прямо ее вот так вот достанем. Альфред Сислей.
Это я отрезала прямо вот от этих вот пакетиков. Получила розу Diamond Eyes. То есть и так, в общем-то, все. То есть розочки, в принципе, неплохие, сорта хорошие. Я, кстати, не заказала из этих роз, у меня не было ни одного заказа на плетистые розы Пьер де Рансар. В итоге из этих роз у меня 4 Пьер де Рансара. Роза прекрасная, замечательная, но их 4. 4 – это круто. Вот. Так что красавцы из красавцев, розы в зеленых платьях, пересорт 99% и приживаемость, ну, процентов 80%, то есть 20% на выброс. Вот. Поэтому будьте аккуратны. Розы российского производства вот в таких вот зеленых платьишках — это такая вот беда. Следующий это питомник, когда-то знаменитый. Это питомник Эврика, розы от Бандурина. Есть такой Иван Иванович Бандурин в Краснодарском крае. У него есть питомник. Дело это семейное и давнишняя, но, насколько я поняла сейчас, что Иван Иванович человек пожилой, ему уже за 80, и, собственно говоря, сам он уже практически не контролирует процесс. Розы очень, очень приятной цены. Прям, ну, хочется заказать, и думаешь, ну, сейчас я закажу 10 штучек этого сорта, будет массивчик. Но, тем не менее, я заказала там розы, на самом деле, под массивчики. Один из сортов был, сейчас я вам скажу, спрей роза, не ход шоколад, а забыла, как называется сорт, но не важно. Важно, что это должна была быть такого коричнево-терракотового цвета спрейка вот в эту клумбу. В итоге вместо нее прекрасно расцвела тоже спрейка, но которая называется Fire Flash. Саженцы были очень-очень-очень слабые. Вообще просто безумно слабые. Ну, про спрейки ладно, маленькие, понятно. Но я заказала чайно-гибридные розы. И сейчас я вам покажу этот винегрет. Так, ну вот смотрите. Саженцы были настолько маленькие, что я посадила их в большие горшки. В каждом горшке сидит 10 саженцев роз. 10 в этом и 10 в этом. В одном из горшков должен быть ашрам, а в другом черри бренди. В итоге, вот в этом горшке, вот здесь вот была розочка аква. Ну, бумажку эту не смотрите. Я вам сейчас скажу, кто здесь должен быть. Здесь должен был быть ашрам. Вот, написано ашрам 10. В итоге вот эта розочка обрезана аква. Вот эта вот розочка неизвестная. Неизвестная. Еще тут вот малюсенькие, они, ну, просто не развиваются, совсем маленькие. Там, ну, просто вообще ниточки были. И еще одна розочка красненькая. Ну, вот прям пушистенькая, красненькая. Но я думаю, что их две, наверное, даже три. Раз, два, три. Эти розочки красненькие. Вот эта роза красивая. Но я ее не заказывала. Очень красивая. Цвет приятный. Красненькая, но не такая красненькая. Вот, вот этот винегретик, это должны были быть розы ашрам. Ну, соответственно, вот эти должны были быть черри бренди. Здесь распустилась вот такая вот красотка. И пока больше никто распускаться не хочет. Но вот из живых я вижу здесь раз, два розу, три, четыре, пять. Вот из десяти пять. Из десяти пять штук. Ну, тут, наверное, такая же история примерно. То есть вот такие розы у нас из питомника Бандурина. То есть я соблазнилась на цену. И соблазнил, собственно говоря, на хорошие сорта. Ашрам, черри бренди, сорта хорошие. В общем-то, достаточно известные. Ну и спрейки. Вот у меня еще должна была быть спрей розы Барбадос. Вот из Барбадосов
из 10 саженцев мне прислали всего 8, хотя оплачено было 10. И из барбадосов только один барбадос. Ну или барбадос, неважно. Он уже цвел, сейчас набрал второй раз. Кустик, наверное, сантиметров 20-25. Вот. И еще один барбадос жив. Один из 8. Всего 2 живы. Он не барбадос. То есть это совершенно другая роза. Собственно говоря, вот такие саженцы бандурина. Ну вот, собственно говоря, три вида роз, три вида саженцев, которые вызвали бурю эмоций не только у меня, но и у подписчиков, которые подписались на мой канал. Многие обожглись с розы сад. Это было в комментариях, мы обсуждали эту тему. С розы сад обожглись даже и опытные садоводы, розоводы, розоманы, которые, собственно говоря, не первый год с розами. Я новичок. Я с розами первый год. Поэтому вот три вида роз, потому что я не могу сказать, что это три питомника или три интернет-магазина. Нет, это именно три вида роз. Но один конкретно, это роза сад, интернет-магазин, который дурит людей вообще по-черному просто. Я не знаю, сколько еще он будет это делать, хотя, ну, всем известный Бекер, а Бекер дурит людей уже много лет. И люди продолжают там заказывать. Потом несколько интернет-магазинов, в которых были розы в зеленых платьях. И вот то, что именно питомник, это питомник бандурина. То есть это самые ужасные розы, которые ко мне пришли по качеству саженцев, по пересорту и, собственно говоря, по такому расстройству. Да? То есть вот ты же ждешь, ты же надеешься. Собственно говоря, я на этом сегодня закончу, на этих трех. Но это не конец. Мне есть еще вам о чем рассказать. Ну, я думаю, что мы потом продолжим, потому что хочется людей предостеречь. Вот, потому что на самом деле, когда я искала розы, когда я смотрела вот каналы, да, я как бы не нашла именно вот таких вот предостережений. Что, ребята, только не там, не заказывайте, не делайте этого. Вот. Есть питомники, которые известны, знаменитые. Да, у них тоже может случиться пересорт. Но это человеческий фактор. Это однозначно, как бы, когда у тебя из 15-10 саженцев один пересорт, ну, это возможно. То есть розы растут в ряду, и крайняя роза оказалась там, да, и уже из следующего сорта, но попала в предыдущий сорт. Вот, поэтому сегодня мы закончили на трех самых жутких, самых для меня ужасных, и, собственно говоря, для многих из тех, кто уже с ними связались, ну, а потом мы продолжим. Погода прекрасная, принцесса прекрасная, всем добра, всем хорошей погоды, всех люблю, всем пока!